Дмитрий, скажите, пожалуйста, как вам пришла идея бизнеса, которым вы сейчас занимаетесь? И, пожалуйста, немножко расскажите, чем вы занимаетесь? Ну, занимаемся ремонтом автомобилей, от покраски, там, кузовных работ и заканчивая двигателями, коробками, подвесками, всем остальным, электрикой. Идея пришла, ну, как, больше не идея, все-таки это отец меня отдал в 14 лет в гараж, очень перспективный, где я прошел обучение, огромную практику получил. И уже после такой огромной практики не заниматься этим бизнесом, просто дурак бы только отказался. Ну, вам это нравится, насколько я понимаю, да? То есть это как бы дело души такое, да? Да. Это и работа, и жизнь, и хобби. Все в одном. А вы помните своих первых клиентов? Да, и там большая половина, они также сейчас все ездят и ремонтируются. То есть первые клиенты становятся постоянными, да, почти всегда? Практически всегда. Это отношение. Если ты относишься к своей работе, к клиентам хорошо, они уже в другое место не поедут никогда. А вы помните, как вы заработали первые 100 тысяч рублей? Ну, это было давно. И да, я купил подержанный автомобиль, ударенный. Очень дешево мне его отдали. Когда я его сделал, у меня на него было 3 покупателя. Я еще устроил аукцион. Кто мне дал больше денег, тому я его и продал. А вот что бы вы посоветовали тем людям, которые начинают свой бизнес? В первую очередь, конечно, надо учиться. И точно знать, хотите ли вы этого или нет. Это главные факторы, я считаю. Так. А все остальное это уже наживное и приходное. Главное желание очень большое и мозги. Понятно. Хорошо, Дмитрий, спасибо вам большое.